Что-то не так с нашей рок-сценой? Умники? Может быть. Последний анонс от Google прошел на рок-сцене, но не где-то, а в сердце Силиконовой долины. На ежегодной презентации Google I/O было сделано несколько анонсов. Как и ожидалось, проделана огромная работа в направлении развития искусственного интеллекта, ядра будущих инноваций. Окей, Google пользуется уже довольно давно, но теперь здесь улучшенный искусственный интеллект, который лучше понимает голосовые команды. Google собирается пойти дальше, создав кроссплатформенного цифрового помощника. Например, Google Home. Беспроводное устройство с голосовым помощником. Это полноценный домашний помощник. Он подберет музыку, подкасты, новости, а также поможет заказать еду и даже вызовет такси. Также он довольно симпатичный и представлен в различных цветах. Далее Allo. Это чат со стикерами и различными фишками интерфейса. Например, возможность сделать сообщение больше или меньше, выражая заинтересованность или безразличие. Помимо этого, это умное приложение, которое предугадывает ваши желания. Можно забронировать билеты в кино или столик в ресторане, не выходя из приложения. Android N – следующая операционная система от Google, почти готова. В ней огромное множество новых возможностей. Приложения теперь обновляются незаметно в фоне. Vulkan 3D сделает игры еще реалистичнее. Улучшена безопасность, уведомления, многозадачность с поддержкой нескольких окон. Выход назначен на лето, но уже доступна бета-версия для устройств Nexus. Google запускает Daydream – платформу виртуальной реальности, которая охватит все, над чем работал Google. Компания также работает над новой версией Android с нацеленностью на работу в виртуальной реальности. В сотрудничестве с партнерами Google разрабатывает очки виртуальной реальности. Ждем новинки этой осенью. И, наконец, новые умные часы. Android Wear 2.0 выглядит на порядок красивее и серьезнее. Здесь есть быстрые ответы, улучшенное распознавание письма, а также новая клавиатура. Теперь можно не брать телефон на пробежку. Часы начнут измерять данные сразу, как только вы начали бег. По сути, телефон и вовсе не нужен. Android Wear довольно самодостаточный девайс. Ждем еще больше новинок осенью. Ну что ж, на этом у меня все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся.